ефірі на Вінницької області у студії Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Прийом ветеранів Великої Вітчизняної війни ладився у Вітебському городським виконавчому комітеті. По традиції напередодні свята перемоги на зустрічі запросили билих фронтовиків, партизан, подпольщиків, працівників тилу. Прийом проходив у теплій неформальній обстановці. Серед запрошених і три були старшині Вітебського гарвиконкама, які у різний час керували городом. До присутніх з віншувальним словом звернувся старшиня Вітебського гарвиконкама Віктор Ніколайкін. Він виказав слово удячності ветеранам за те, що негледзячи на їх вельми сталий узрост, яны завітали на сустрэчу і запэўніў, што іх подзвіг будзе служыць прыкладам для будучых пакаленняў. За то, што вы победили этого злейшего врага, за то, што вы спасли мир во всём мире, освободили Европу, за то, што вы потом, послевоенные годы, отстояли и восстановили народное хозяйство нашего города. Огромное вам спасибо за ваш этот подвиг. Я желаю вам всем здоровья, в первую очередь. Когда объявили, что победа, все бросились на улицу, плясали, песни пели, кричали, стреляли, весело было. Вот, и все, радость была огромная у всех. Життя присвячене людям. Гэта про ветеранів Великої Вітчизняної, былых медиків, які выратовывали чалавечае жыццё на ратным полі і ў мірны час. Сваю 70-ю перамогу сустракае і былая медыцынская сястра Марыя Емельянаўна Артем'єва. 93-гадовы ветэран падзялілася сваімі ўспамінамі са Святланай Макаевай. Народилась у Донецкой области, скончила школу медсестер у Горловцы и поспела год отпрацовать у областной больницы. Собралась у первый отпуск, але ему не наковано было отбыться. А тут война. На пятый день войны принесли повестку, и нас с больницы 10 человек взяли, сестер, и повезли в Артемовск. Там переодели. Там мы поработали дня три, разоружали раненых. Потом был Калининский шпиталь, куда привозили эшелонами раненых с фронту. Працавали и днем, и ночью. Затем служба у дивизии у Пензенской области, якая рыхтавалася для отправки на фронт. Погрузили целый эшелон нашей дивизии, отправили на фронт через Украину, и Житомире остановили. И победа. Так что я до фронта не доехала. У меня так сложилась судьба, что вот все по частям, по-разным. За мужность и отданность справе медицинская сестра Мария Артем'єва узнагороджена орденом Айчынной войны и шматликими медалями. Удостоена гонорового знака «Выдатник медицинской службы». Медики практически 70% раненых вернули опять в строй. И на протяжении практически всего периода после Великой Отечественной войны, именно вот те, кто участвовал в Великой Отечественной войне, санитары, медицинские сестры, врачи, они, в общем-то, поддержали, заложили те традиции, которые в настоящий момент сохранены в здравоохранении. Марыя Емельянаўна ў паслявоенны час працягла працаваць медсястрой. Пасля пераезду ў Віцебск да выхаду на пенсію была старэйшай медсястрой лор аддзялення паліклінікі імя Калініна. Очень дорог нам і сегодня тут бесценный опыт, который і жизненный опыт, і опыт медицинский, который Марыя Емельянаўна передавала младшему поколению. Огромное ей спасибо за все, что она делала и для нашей страны, и для нашей поликлиники. Ну і для нас в цілому. У громадських організаціях шмат задум об реалізації проєктів, накерованих на повищення соціальної активності ветеранів, заховання пам'яті об тих великих подіях. Совместно з Вітебською обласною організацією Красного Креста мы объявили акцию «Помним и гордимся» и привлекли к заботе, оказанию помощи ветеранам войны наших волонтеров. Ветеранов все меньше и меньше становится. Главное сейчас вовремя успеть записать воспоминания и сдать книгу памяти. Поэтому вот мы нацелены на эту замечательную идею. Марыя Емельянаўна гонорится своими детьми, унуками и жадая усім мирного неба. Светлана Макаева, Кирилл Кайсберг, Новини Витебск.
Пісні «Вялікая чыннай» виконали правнуки перамоги для ветеранов. Концерт военно-патріотичної пісні подрихтовали учні 8-й Віцебской гімназії у гонор 70-годзя Великой перемоги. Гады йдуть, а пісні «Вялікая чыннай» войны гучать до гэтага часу. Яны допомагали бойцам воевать, а народу выстоять и перемогчи. Успаміны солдата у листы маці, жонок и дзяцей, якія писали на фронт, творы вядомых советских аўтараў гучалі со сцены. Яны кранули души и никого не покинули абыякавым. Дорогой ценой нам досталась победа, но теперь нужно эти плоды защитить. Собрались ветераны, которых мы уже приглашали, многих из них приглашали и на классные часы, на встречи с детьми. И в таком вот мероприятии у нас участвует более 200 учащихся. Они прочувствовали то, чего они не знали. Это правнуки победы. И как правнуки победы хотелось бы, чтобы мирное солнце светило над нами и мирное небо, и чтобы наши дети никогда не знали войны. Напередодні свята перамоги новобранцы пополнили рады мытной службы в области. Клятву на верность родиме новоспеченные вартовые державные мяжи дали у стенах музея Миная Шмырова. За плячима у новых инспекторов строгий отбор. Напереди отказная работа на рубежах нашей краины. Это лицо нашей Родины. Как правило, вот та молодежь, те молодые сотрудники, которые приходят в таможенные органы, это высокоподготовленные сотрудники, это высокоэрудированные сотрудники. На этих должностных лицах лежат задачи по защите Родины, экономической безопасности Республики Беларусь. Они представляют Родину, первыми встречают граждан стран, которые посещают нашу страну, и последними провожают тех, кто покидает нашу страну. Для каждого из нас это честь и гордость за то, что мы принимаем присягу именно в столь знаменательный день, 70-летие Дня Победы. И я горд именно приступить в службу таможенных органов, ведь именно сотрудники таможенных органов стоят на границе Республики Беларусь. После официальной церемонии принятия присяги супрацовники Витебской мытни ушановали память поклавших житё на алтар перамоги. Усклали кветки до помника Героя Советского Союза Минаю Шмырову. До режиссёння у музея Героя Советского Союза поклялися на верность родиме и белорусскому народу 18 молодых офицеров следчего комитета в области. Самые лепшие веды по школьных предметах сёлета продемонстрировали навученцы школ Кастрычницкого района города Витебска. 19 человек стали пераможцами республиканских олимпиад. З их 8 старшоклассников отрымали право выступить на международном узровне. Урочистая церемония узнагороджвания навученцев и их наставников ладилась у 3-й Витебской гимназии. У их адрес звучали щирые слова удячности за неостомную поусяденную працу. Великое ожидание познавать новое. Гоноровые грамоты и дипломы отрымали так само пераможцы и лауреаты областного этапа олимпиадного руху. А это 86 навученцев. С года в год лидерство у подрыхтовцы олимпиадников за 1-й Витебской гимназии. Все лето 15 яе вучнев признаны лепшими в Беларуси. По двое пераможцев от 3-й гимназии и средней школы номер 11. Определяющую и основную роль сыграла практика, практика только практика. Потому что язык вы можете выучить правила по теории, они все равно вам не помогут. Язык – это в первую очередь устное говорение, только возможность много на этом языке говорить, читать на нем, смотреть фильмы, слушать музыку. Абсолютно все, что связано с моей жизнью с английским языком, все это работало на мою победу. И это, я считаю, единственный возможный путь – полноценно овладеть языком. Конечно, гордость. 4 года работы. И вот финал, 11 класс, такая победа, лучшее устное высказывание в республике. Это очень приятно. Очень хорошо, что труд детей вознаграждается, что они имеют такую возможность, обладая дипломами, поступать без экзаменов, являться уже студентами. Сёлета навученцы Витебской области завоевали 80 дипломов республиканских олимпиад и заняли 3-е место сярод региона Украины. У Беларуси сегодня отзначают День радио и телебачення, профессийное свято работников усіх галін совязи. Здаецца, зусім недавно россиянин Попов и итальянец Маркони спробовали конвертовать электромагнитные хвали у человечую промову. А некалькі десятигодзяў тому прымачы с навушниками успрымали як цуд. Сегодня радио и телебачення – это штодзённые атрибуты нашего життя. Уявить его без сродков массовой информации зараз так же тяжко, як Витебск без его прыгажуні телевышки, якую поправ можно лечить одним символом областного центра.
Сёння віцебская тэлевышка – гэта 250 метраў металічных канструкцый, больш за 5 кіламетраў правадоў. Яна стаіць на Юрьевай горцы на самым высокім месцы абласнога цэнтра. Першую тэлевышку вышынёй 98 метраў у Віцебску пабудавалі ў 1959-м. Тады ж запрацаваў і першы тэлеперадатчык. А 1 мая гэтага ж года ён пачаў трансліраваць першую праграму цэнтральнага тэлебачання. У мясцовым тэлецэнтры ў той час стаяў перадатчык на сотню ват, і якасць сігналу пакідала жадаць лепшага. Будаўніцтва новай тэлевізійнай вежы ў 1983-м падарыла віцяблянам якасную тэлевізійную карцінку і магчымасць глядзець яшчэ дзве агульнасаюзныя і адну рэспубліканскую тэлепраграму. У 86-м тэлецэнтр зноў чакала рэканструкцыя, пасля якой гараджане атрымалі ў падарунак тры тэлевізійныя і тры радыёпраграмы. У пачатку 2000-х тэлевышка перадавала ўжо 7 аналагавых каналаў, але галоўная мадэрнізацыя пакуль наперадзе. У чэрвені 2015-га тут адключыць усё аналагавае абсталяванне, якое заменіць новыя лічбавыя перадатчыкі і антэны. Галоўныя плюсы новага фармату вяшчання – высокая якасць і перашкодаўстойлівасць сігналу. Акрамя таго, лічбавае тэлебачанне дапаможа эканоміць. Цифровое телевидение в 6 раз эффективнее аналогового. Вот, то есть, если представить себе, что для один цифровой передатчик вещает 8 программ и одну программу радиовещания, чтобы в аналоговой форме вещать, это необходимо 8 передатчиков телевизионных и один радиовещательный. Это существенно экономит электроэнергию. Для нас значительно экономит нам частотный ресурс. Да пераходу на лічбу работнікі Віцебскага абласнога вузла радыёвяшчання і тэлебачання рыхтаваліся даўно. Большую частку апаратуры набылі яшчэ ў 2008-м. Тут не толькі рэгулярна абнаўляюць тэхнічнае начынне вузла, а і сочаць за знешнім выглядам вежы-прыгажуні. Металічныя канструкцыі рэгулярна фарбуюцца ў белы і чырвоны колер. Для гэтага раз у 5 гадоў Юр'єву гару пакараюць прамысловыя альпіністы. У 2010-м вышку ўпрыгожылі яшчэ і святочнай падсветкай. І сёння, вяртаючыся ў Віцебск на начным цягніку, далёка на пад'ездзе да горада бачыш, як прыемна і так па-роднаму зіхаціць знаёмае сузор'е. Глядзіш на яго і дакладна ведаеш, што ўжо дзесьці тут, зусім побач твой родны дом. Артур Смалякоў, навіны Віцебск. Падчас рэпетыцыі свята, прысвечанага 70-годзю перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, сёння 7 мая з 19:45 да 22 гадзін у Віцебску абмяжуюць рух транспарту па вуліцах Калініна, Жасткова і Леніна ад плошчы Свабоды да Маскоўскага праспекта. 9 мая рух па гэтых вуліцах будзе закрыты з 8:30 да 11:30, а з 10 да 11 раніцы перакрыюць рух і па вуліцы Белабародова, Маскоўскім праспекце і праспекце Чарняхоўскага. Таксама ў гэты святочны дзень з 8:30 да 11:30 у абодвух напрамках будзе зачынены прыпынак грамадскага транспарту, бібліятэка імя Леніна і трамвайны прыпынак на плошчы Перамогі. На гэтым наш выпуск завершаны. Сустракайце кожную раніцу з прыемным сюрпрызам ад партнёру прагнозы надвор'я кампаніі «Макдональдс». До сустрэчы! Доброе утро, Витебск! С 1 по 10 мая «Макдональдс» угощает всех ароматным кофе совершенно бесплатно с 6 до 10 утра. Подробности на McDonald's.by/Витебск. «Макдональдс» – когда утро начинается с подарка. В ближайшие сутки по Витебской области чакается воблачное с прояснениями надворье. Ночью и раницей часом дождь, местами моцный. У особных районах слабый туман. Ветер паўднёва-усходний с переходом на паўночно-заходний 4-9 метров в секунду. Температура по ветру ночью плюс 5-10, днем от 12 до 17 градусов тепла. У Витебску так само будет воблачное с прояснениями. Ночью и раницей часом дождь. Температура по ветру у ночи плюс 7-9, днем от 13 до 15 градусов тепла.